Всем привет, это третий выпуск проекта «Не опуская рук», и я его называю самым аппетитным. За эти две недели я очень вкусно питался, практически ни в чем себе не отказывал, но единственное, я не ел после шести и ел маленькими порциями, за парой исключений. При этом мой вес стал... Узнаете в конце выпуска, каким стал мой вес. Как и в предыдущих выпусках, я занимался в спортзале «Панчер», принимал спортивное питание от «Протеин-21», и кушал чечевичные драники, а также различные блюда с ними. Смотрите, что из этого вышло. Погнали! У меня кончился жиросжигатель, и мы снова вернулись в центр спортивного питания Protein21 и купили новенький шизоид. Второй месяц тренировок, конец рабочей недели, лютая холодина. Погнали! Ты снимаешь. Нормально подремели. Теперь поехали дальше. Сегодня Денис и Таня позвали меня на дегустацию ракушек с чечевичным фаршем. Если хотите тоже попробовать, смотрите ссылку. Они действительно очень вкусные и готовятся очень быстро. Сегодня мы приготовили макаронную запеканку с чечевичным фаршем и сверху посыпали сыром. Мы сегодня находимся в частной сыроварне «Гурма» и пробуем их сыры. В них очень много белка, а также полезный жир. Перебелькнули. Это очень острый сыр. Да, чувствуется перец специй. Рэп. Поддержи здесь режим, эпика, левел хардкор, значит питание под нам рано. В судьбе была как рум голова, эти моменты были задолазаны временем раны. Но нет, я откинул из жизни лишнее. С каждым днем становлюсь все выше, бег в мечте. И не важно, меня услышат или нет. Если вы забыли, изначально я начал заниматься этим всем, чтобы облегчить свою нагрузку на нездоровый позвоночник. И что я могу сказать? Спустя эти два месяца я практически не ощущаю никаких болей, никакого дискомфорта. Единственное, бывает, когда долго сижу на работе или наоборот, долго мы находимся на съемках, да, спина устает. Но главное, что результат есть, и он действительно огромный. А теперь время подвести промежуточные результаты. Мой вес стал 95 со 120. Если быть точным, 94,8. Цель – достичь 85 килограмм минимум. То есть у меня еще десяточка. Но я думаю, даже пятнашку еще можно сбросить. Ждите следующий выпуск. Пока. Ты не столь геймер, не столь велик, сколько не опознан. Якори не бросай, пари врозь, пока не бесай звезды. Воу!